Приветствую вас, врач вам вряд ли здесь поможет, потому что это не его сфера. Врач все-таки работает с заболеваниями, как правило, органическими заболеваниями. То есть это, ну это могут быть все заболевания абсолютно, инфекционные там и так далее. То, что происходит с вами в результате проблем в личной жизни, нельзя назвать органическими заболеваниями, точнее. Вот. И, соответственно, врач, ну, он может прописать вам витамины, может прописать вам какие-то укрепляющие средства, вот. Но не более того, больше врач ничего не сделает, потому что это не его компетенция. Для решения проблемы кардинально нужно, чтобы вы разобрались с своей проблемой в личной жизни, которая у вас происходит, чтобы вы разрешили ее, эту проблему, чтобы изменили свое отношение к проблеме в личной жизни. И вот тогда ситуация будет гораздо лучше для вас. Конечно, это очень вредно, то, что вы делаете, но я полагаю, что нужно здесь вам взять себя в руки и постараться все-таки что-то съесть. Пусть даже через силу, пусть даже через силу, понимаете, потому что вы взрослый человек. Через силу заставить себя пообщаться с друзьями, через силу получить новое впечатление, устать, чтобы поспать нормально. Может быть, имеет смысл выпить алкоголя, вот, ну, все-таки случай вполне себе обязывающий, вот. То есть нужно выходить из этого состояния, а выйти можно только, во-первых, проговорив это, и во-вторых, значит, отвлекая себя от этих мыслей. То есть нужно четкое разграничение, когда вы, грубо говоря, разговариваете на эту тему, да, то есть когда вы, ну, обсуждаете свою личную жизнь, а когда вы занимаетесь чем-то другим. Понимаете же, наверное, что не совсем нормально, когда личная жизнь влияет на другие сферы. Это говорит о том, что вы чересчур вовлечены в отношения с, ну, с партнером. А это говорит о том, что вы зависимы, ну, можете быть зависимы. А зависимость делает вас не свободной. И именно из-за этого, именно из-за того, что отношения делают вас не свободны, вы и страдаете, потому что чересчур зависимы от этого человека, по которому вы страдаете. То есть от него слишком много зависит в вашей жизни, понимаете? От него слишком много зависит в вашей именно жизни. Вот. Понимаете, какая история?
А так, вообще-то говоря, да, так, быть, ну, не должно. Так быть не должно, и вам нужно быть свободны. Вам нужно быть самостоятельны. Понимаете? Какая история. Так что обратите, пожалуйста, на это внимание. И если вам потребуется помощь по выходу из этого состояния, то любой из психологов на нашем ресурсе готов вам в этом помочь. В том числе и я. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.